ветер щекочет мою кожу. Я открыл вам глаза! Это мои слова привели вас к наготе! Эй, вы, узники одежды! Жалкие любители прикрывать свои чресла! Знайте, мое имя — Винчел Безрясный! Почему ты голый? Полный отказ от ношения одежды приносит мне радость. А теперь меня изгнали из братства ногих праведников. Ногих? Вам что, нравится ходить без одежды? Именно. Мы любим обнажаться, подобно грекам и римлянам. Но я, по мнению многих, слишком это люблю. Я без одежды молюсь, ем, тружусь, хожу по улицам и тавернам. Везде. Иисус любит такую чистую наготу. Но братство, основанное мной, меня отвергло. О, если бы я мог отомстить, украв их одежды и оставив ногими навсегда. This end us new! Мы кладем сюда нашу одежду. Можешь помочь? Здравствуй, Дан. Приветствуем на празднике наготы. Мы рады всем, кто раздет. Присоединишься? Это честь для меня вступить в ваше братство. Куда положить вещи, чтобы начать танцевать? Прекрасно. Новый человек. Положи свои вещи в ящик возле палатки и освободись от уз одежды. Мы кладем сюда нашу одежду. Можешь положить свою. Дан вступает в ряды освободившихся. Мы кладем сюда нашу одежду. Можешь положить свою. Положи. Эй! Наши вещи! Теперь вы наги навсегда. Как Винчел и хотел. Теперь они примут твои идеи. Да. Тебе удалось отомстить за меня. Чудесно! Теперь они будут вечно наслаждаться наготой. Кстати, я подробно описал свое учение. Составил бревиарий о красоте обнаженного тела. Почитай на досуге. Прощай, Винчел Гологрудый.